Всем привет! Сегодня мы будем смотреть мини-камеру с сайта TinyDL. Вышла эта камера в $10.66. Вот в такой вот коробке она пришла. Сейчас откроем. Вот, больше там ничего нет. Сразу мы видим саму камеру. К ней мы перейдем чуть-чуть попозже. И всякие аксессуары. Ну, начнем с силиконового чехла. Сейчас покажу, как камера в нем выглядит. Вот так вот она в ней выглядит. Все кнопки открыты. Дальше мы видим вот такой вот еще аксессуар. То есть засовываем сюда вот таким вот образом камеру. Не буду прицеплять, она очень долго вынимается. И можем куда-нибудь вот таким вот образом прикрепить. Это чтобы носить на руке. Вот сюда. Дальше вот такая прищепка, чтобы носить на одежде, например. И последний, вот такая вот вещичка, она на магните. Приделывается она вот таким вот образом. И можем, не знаю, куда-нибудь на магнитную, на железную поверхность прикрепить. И мини-USB кабель. Также есть здесь инструкции на английском и на китайских языках. Сама камера выглядит вот таким вот образом. Снимает видео 720 на 480, то есть не HD. Вот такие вот здесь элементы управления. Здесь мы меняем мод, диктофон или камеры. Здесь microSD. Здесь кнопочка включение и сверху кнопочка записи или стоп. Также здесь мы видим светодиод. Чтобы включить, нажимаем вот на эту клавишу. Видим, что загорается синий светодиод. Чтобы включить камеру, мы должны нажать вот на эту камеру. Видим, что загорелся красный светодиод и запись идет. Сейчас будет пример видео на эту камеру. А с вами я прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Пока! Вот так вот снимает небольшая видеокамера. Можете увидеть, какой у нее звук и видео. Ну, такое вот качество. Сейчас я не придерживаю микрофон. Такое, так сказать, шумоподавление. Ну, вот и все. Пока. Вот так вот снимает эта небольшая видеокамера. Можете увидеть ее качество записи, качество записи звука. Вот, так она снимает. Сейчас я ее трясу, видите, тоже как она стабилизирует. Ну, вот такой вот пример видео на эту небольшую видеокамеру. Вот и все. Пока.